Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел в Китайской Республике зарядное устройство BatMac для двух аккумуляторов типа NPF. В данном случае для 960P. Но хотя могут и заряжаться и другие варианты, то есть для аккумуляторных батарей типа Соньковского NPF. Давайте смотреть, что находится внутри. Так, внутри у нас включение прикуривателя автомобиля, чтобы заряжать там. Дальше сетевой кабель, ну где-то около метра длиной, европейская вилка. Так, ну и непосредственно само зарядное устройство BatMac. То есть здесь подключение сетевого и подключение к прикуривателю автомобиля. Снизу написано диапазон действия данного устройства, то есть на какие режимы рассчитан по вольтажу и по силе тока. Ну и что мы можем получить в результате. Так, здесь еще один момент, то есть можно адаптер доставать и, скорее всего, ставить какой-то другой адаптер, если есть в наличии. Так, вот такое вот устройство зарядное для того, чтобы заряжать два аккумулятора. Ну и внутри еще есть непосредственно инструкция по эксплуатации на английском языке. То есть китайского здесь нету. Ну, видать, если европейская вилка, значит английский язык. Давайте сейчас посмотрим, как будет осуществляться зарядка двух аккумуляторов. Здесь у нас два аккумулятора. BatMac видео будет либо до, либо после этого видео на распаковку. Так, ну и подключаем. Так, ну и как видим, оба аккумулятора у нас заряжены на 70%, и в настоящее время идет зарядка. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.